увидим. Сейчас Вове станем якорем, он на Ниве попробует показать результат. Так, все, стоим на точке, две пониженные, сейчас и Вова поедет. Так, Вова полетел, жалко, мы там не видим первую лужу, но надо помочь. Ну, прошел, красавчик. Тут нереально вообще, и так он так хорошо проехал. Смотрите, выскочил. Вообще красавцы просто. Сейчас за меня зацепятся и дальше на финиш. Сейчас, Саня, давай. Да, пошел. Да, да. Давай. Крутый. Да, да, да. Это вообще фантастика просто. Вы видите, что он творит? Вот это уровень. Просто молодцы. Заводимся. Так, а тут Игорь дальше. Его подстрахуют, но очень круто идут. Жень, поможешь, Жень, Жень, да. Бокал, Жень. Да, видно, на тормозах. Да. Мало просто вымотал и сразу трасса. Очень хороший уровень. Молодцы. Зараза, даже надо прицепляться. Вот, закричал, пошел. Хорош! Стоп, стоп! Пошел. Подтянул, подъехал. Рывком, не газу. Блин, почти сама едет Нива. Крутая. Поедем. Ну вы все видите, что тут скажешь. Хороший уровень, молодцы. Чуть зарылся там.
Красавчик, заслуженные аплодисменты. Да, неплохо. Сейчас посмотрим УАЗ тоже. Ну, чуть тяжелее, я думаю, будет УАЗу. Из-за веса. Так, пошел УАЗ. Вот это сложное тут очень место. Игорь будет сейчас ходом пробовать взять его. Тут самая жесть, видите. А Вова выпрыгнул из этой ямы за счет более легкой машины. Давай, 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 она сама не пойдет. Игорь, давай там грязь сюда хуйня. Говори, отпускай ее там. Шакал там висит. Спасибо. Да, большая потеря времени на размотке. Надо было размотать. Хватает, держится. И нет, там сейчас еще лебедится. Блин, раскачивают лодку. Посмотрите, что творит. Качивает уже меня. Да, на хорошо спущенных колесах, я даже на передаче можно. Это штурман качает. Лакировок не хватает УАЗу. Так мы за Игорем успели, Вова очень шустро проехал, я не успел даже на этот момент, но все равно достойно идут очень. Не копай!
копает вот из неправильного. Сильно очень копает. Из-за этого более сложно. Нива легче, конечно. Моста впереди нет, это плюс, но... Более правильное ли движение тут уже важнее. Красиво мотор работает. Уже глубоко там так. Непростой. Так, смотрите, починились. Кто на старт приехал? Серьезный автомобиль. Сложная концовка. Выход там, да, такой непростой. На вид вроде уже выехал из основного болота. Но из-за того, что подъем. Да, сейчас интересно будет. 63-й посмотреть и Dodge. Тяжелые оба по сравнению с моей машиной, но зато более крепкие и мощные. Есть финиш. Так, Игорь все-таки не Шишига Дож и не ты шо, вот это красавчик, ходом прошел, вот это молодец. Ну, Игорь дает. Ну, тут сложно, тут очень сложно. Вова ему пытается говорить, чтобы он не копал, ну. Круто. Там на выходе будет сложно. Ну там уже подлебедиться, ну. Хочется самому. Думаю, сам уже он там не выйдет.
Да, молодец. Сейчас чуть под лебедяцей. И все. Очень тут сложно. Ну, 70-ка, да, несмотря на вес. Представляете, самурай на этих мостах. Что там за задержка, не пойму. Сразу надо было лебедиться быстро. Я на бок сбрасываю. Вова не выиграл, наверное. Интересно время. Нива быстрее, наверное, было. Хотя нет, там лебедился. Не, думаю, не проиграл, наверное, выиграл все-таки у Нивы. Сейчас посмотрим.